кушает. Добрый вечер, ребята. Филя, Каркуша. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Только вы все перепутали. Каркуша теперь я. А я Филя. Подождите, как же это? Как? Нам надоели наши имена, и мы решили поменяться. Но ведь это невозможно, ведь Каркуша назвали Каркушей, потому что она так замечательно каркает, а Филя... Знаю! Гав! Кар-кар! Кар-кар! Ну, что же теперь с вами будет? Что будет? О, а я придумал что! Я сейчас... Кар-кар-кар-кар! Кар-кар-кар! Мы сейчас с Каркушей, то есть с Филей. Всем остальным тоже поменяемся. Ой, как здорово! Так, сначала мы тебе, Филя, уши наденем. Оксан, помогите, пожалуйста. Я, конечно, помогу, но мне такой обмен совсем не нравится. Вот теперь я настоящий Филя. Подожди, надо еще нос надеть. Ой, да куда же его надеть-то? На клюв прямо? Да не на клюв, а на нос. То есть, ладно, подожди. Я лучше сначала клюв надену. Не, Оксан, помогите, пожалуйста, еще раз. Попробую, хотя я и сама не пойму, куда его надеть. Вот. Да нет, Оксан, это носорог получился. Ну, тогда, Филя, вот так. Я ж так гавкать, то есть каркать не смогу. А может быть, вот так? Не могу! Что, смешно тебе, да? А вот мы сейчас тебе нос примерим, посмотрим, как ты засмеешься. Я что-то передумала, Филя. Мне это вот, путаница что-то надоела. Отдавай мне обратно мое имя. Да пожалуйста, только мое верни, мое все равно самое лучшее. Нет, надо скорее все это снять. Я очень рада, что теперь вы зоветесь по-прежнему. У вас такие замечательные имена, которые вам очень идут. Это точно. А давайте устроим себе настоящее приключение. Как? Бибигон, мне нужна бумага и фломастер. Пожалуйста. Оп. Вот. Отлично. Сейчас я вам кое-что нарисую. Что? Что? Карту. Какую карту? Какую карту? Настоящую приключенческую карту, в которой мы найдем дорогу. Какую дорогу? Дорогу. Впрочем, я не буду говорить, к чему. Вот, смотрите. Это наш дом. Дом. Вокруг дома двор с деревьями. Ой, но это не просто деревья. Не просто? А какие деревья? Этим деревьям более 100 лет. Может быть, именно здесь было лукоморье. Именно вокруг этих дубов ходил ученый кот. У лукоморья дуб зеленый. Вот здесь дорожка. А рядом с ней соседний дом. Вот. А с этой стороны большая дорога, по которой ездят машины. Но это не просто дорога. А что? Что? Представьте себе, что раньше здесь была река, а теперь она течет под землей. Так что мы как будто бы пойдем по воде. Так, Степашка, если бы я знал, что это ты сделал, то я бы сразу похвалил. Честное слово. Хрюша погорячился, Степашка, а потом, чтобы ты не расстраивался, поменял свое мнение. Вот-вот. А кораблики и правда хорошие. У нас теперь будет целый бумажный флот, потому что сегодня под шкафом вот я что нашла. Смотрите. Ой, как здорово! Да! Но Степашкины все равно лучше, правда? Ведь все-таки-то маленькие, плохонькие. Ой, смотрите, там на борту что-то написано. Капитан Хрюша. И здесь тоже. Что? Так это же мои кораблики. Я их еще летом сделал. Сразу, ну вот сразу видно, что их делал мастер. Чего это он надо мной смеется? Да потому что ты все время меняешь свое мнение, как хамелеон. Хамелеон?
тебя еще замаскировали всего, помнишь? Но сейчас-то я цвет не менял? Да, но приспосабливался, как хамелеон. Так называют людей, которые, чтобы угодить кому-то, часто меняют свое мнение. Да я просто, чтоб Степашку не обидеть, ну и себя тоже. Знаю, знаю, ты в следующий раз правду говори, Хрюша, тогда не попадешь в просак. А то мы не знаем, где ты настоящий, а где поддельный. Нет, лучше быть настоящим. Точно. Правда, я думаю, что ребята тоже это поняли. Вот и все на сегодня. А сейчас настало время прощаться с ребятами. Спокойной ночи, друзья. Кар-кар-кар. Спокойной всем ночи.